Приветствую вас. Начать, наверное, стоит с того, что может или не может зависит от самого человека. То есть человек определенного склада характера и ума может, человек определенного склада характера и ума не может. Есть мужчины, которые, если даже в сексе, в общем-то, любимой женщине не хотят доставлять удовольствие определенным образом. А вы говорите про поцелуй в губы. Женщины, которые вроде как друзья. То есть все зависит исключительно от самого человека. Все зависит исключительно от его ценности, от его мировоззрение, от его позиции в жизни и от отношения с женщиной, конечно. Вот. Но так он, конечно, это может делать. Другой вопрос, на мой взгляд, другой вопрос, что он вкладывает в это. То есть, что он вкладывает в поцелуй свой. Потому что вполне вероятно, да, значит, что человек может вообще ничего не вкладывать в свои, ну вот, свой поцелуй, свои действия и так далее. Вот. То есть, мне кажется, здесь очень важно вам в первую очередь понять своего мужчину, я так полагаю, что это ваш все же мужчина, понять его, понять, что он же человек, вот, и определить для себя, может ли он так поступать или нет. Для многих людей, не только мужчин, поцелуй в губы – это просто поцелуй в губы. Для многих людей, в том числе и мужчин, не только мужчин, поцелуй в губы – это ничего не значит абсолютно. Вот. Как бы и что бы это ни значило. Поэтому ваш вопрос, он, конечно, такой, очень, очень общий, хотелось бы более развернутого, наверное, описания проблемы. Вот, чтобы понимать, о чем идет речь. Но так вообще мужчина может, и в этом нет, собственно, ничего такого. Вот. Другое дело, что вам, скорее всего, хотелось бы большего. Другое дело, что вы, скорее всего, недовольны тем, как обстоят дела. Вот. И надо сказать, что вас можно понять. Но тут мне бы хотелось сразу отметить такой аспект, что если вы будете, например, человеку позволять
вести себя с собой так, то есть если вы будете позволять ему целовать, например, вас в губы, допустим, надеясь на то, что он с вами сблизится, он с вами не сблизится никогда. Потому что он вполне может считать, что такое ваше поведение означает, что вы доступны, чересчур доступны. А ему, конечно, это не по душе будет. Вот. Ну, то, что вы, к примеру, чересчур доступно, если он так считает, конечно. Поэтому любые какие-то вот ожидания, в том числе и завышенные ожидания, любые ожидания, в том числе и ваши ожидания, они хорошего, мало чего дадут в отношениях. Вот. Вы смотрите не на то, значит, там, целует он вас или нет, да, вы смотрите на то, какие действия человек предпринимает по отношению к вам, как он относится к вам, как он воспринимает вас, вот. Вот это куда важнее. Потому что если от него идет только поцелуй, допустим, только поцелуй, если от него идет, то, ну, совершенно очевидно, на мой взгляд, да, что в таком случае вряд ли можно ожидать чего-то хорошего от человека. Потому что, ну, это вот только поцелуй, и все. Вот. То есть здесь, ну, на мой взгляд, здесь вот так можно вам ответить, вот такой ответ дать. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.